публичный прием недавно обратился гражданский активист о фактах реализации в свободном доступе Трамадола и непринятие уполномоченными органами мер по ее пресечению. Данная проблема вызвала общественный резонанс в средствах массовой информации в социальных сетях. Жители города, сложившуюся ситуацию, связывая с неэффективностью принимаемых мер, люди в комментариях даже указывают места неправомерной реализации данного продукта. Считаю, что проводимая данное направление профилактическая работа является, наверное, несколько недостаточной, а ее подходы нуждаются в пересмотре, в том числе повышение эффективности оперативных и иных мероприятий. В полицию мы уже, прокуратура области полиции уже направила соответствующие поручения. Думаю, руководство департамента полиции за взаимодействие с местным исполнительным органом данный вопрос можно взять на контроль, отработать эти факты с освещением на средствах массовой информации.